Уверена, вам уже хочется скорее создать свою веб-версию игры, и мы постепенно приступаем. Как я уже сказала в предыдущих частях, нам для этого понадобится специальный модуль, модуль под названием Bottle. Если на слух немножко непонятно, я сейчас подготовила крупными буквами название этого модуля Bottle или бутыль по-английски. И этот модуль нам необходимо установить в проект и, естественно, импортировать необходимые функции. В этой части мы установим модуль и узнаем, как это делается очень быстро и просто с помощью PyCharm. Именно поэтому мы и работаем в этом редакторе. Для того, чтобы установить любой модуль, мы выбираем пункт меню «Файл». Дальше находим раздел «Settings» – «Установки» или «Настройки». И нам необходимо найти наш проект, выбрать раздел Python интерпретатор. И вот у нас уже импортированы какие-то модули, те, которые были необходимы. Мы нажимаем кнопочку плюсик. Если она у вас не внизу, возможно, она здесь вверху в разных версиях PyCharm. Она то там, то там. Найдите плюсик и подсказка install. И здесь просто в поиске мы вбиваем bottle. Пишите правильно, две буквы T, bottle. И вот у нас нашелся этот модуль. И мы быстренько нажимаем Install Package. Все, больше нам ничего не надо делать, только немножечко подождать, пока скачаются необходимые файлы и установятся. Вот он установился очень быстро. Нам нет необходимости ничего настраивать. Мы просто закрываем это окно. Вот он у нас уже установлен в наш проект. И продолжаем работу. И уже в следующей части мы начнем работать с кодом. Устанавливайте модуль и встречаемся в следующей части.